Рид, да, ему нужна машина. Спасибо. Конечно, в любое время. О, да. Взять их, малыш. Я бы купил это за доллар. Что-нибудь еще, сэр? Да, вытаскивай деньги из кассы и положи в сумку. Простите. Я сказал, гони все деньги, не шути со мной, мать твою. Шевелись. Открывай сейф, папаша. Открой, чертов сейф. У нас нет сейфа. Вот дерьмо, вот твой проклятый сейф. Открывай его, сукин сын. Быстро, открывай его, сука. Давай, давай. Или я вышибу ей мозги. Я открою сейф. Вот и молодец. Давай. Лучше тебе открыть его на счет три. Один, два. Чтоб меня черти драли. Бросьте оружие, вы арестованы. Да чтоб меня, черти драли. Через пень в кобылу. Во все стороны, без промаха. Твою мать. Спасибо за ваше сотрудничество. Доброй ночи. Я бы купил это за доллар. Пересечение 3-й улицы и Нэш-авеню. Совершается преступление. Отстаньте от меня! Отстаньте! Возьмите деньги! Нам не нужны твои деньги, нам нужна ты! Эй, полегче! Мы тебя не обидим. Смотри, как много у нее волос. Давай сделаем ей стрижку. Эй, эй, что? Еще больше волос есть там внизу. Нет. Отпустите женщину, вы арестованы. Вот дерьмо. Тебе лучше отвалить, приятель. Иначе... Иначе он убьет ее. Я порежу эту суку. Он убьет ее, чувак. Директива 2. Защищать невинных. Твой ход, урод. Ладно, я сдаюсь. О, Господи! Я так испугалась! Спасибо! Спасибо! Мадам, вы испытали эмоциональный шок. Я сообщу об этом в Центр Красного Креста. Всем постам, 6-й сектор, прибыть к зданию мэрии. Мне плевать, мне нужны эти люди у лестницы, живо. Терроризм ранее не имел никакого отношения к политике, но сегодня это изменилось. Бывший городской советник Рон Миллер зашел в здание с оружием. Сейчас он на втором этаже и удерживает мэра Гибсона и его персонал в заложниках. Мы полагаем, что Миллер уже убил одного заложника. Лейтенант, что дальше? Мы будем ждать. С терроризмом не все так просто. Как правило, выжидать лучше всего. А это кто? Эй, куда вы? Вы сделаете заявление?
Эй, разберитесь с этой толпой. Давайте увидите этих людей. А ты куда идешь, черт побери? Говорите с ним. Ну ладно, Миллер, не трогай мэра. Мы дадим тебе все, что ты хочешь. Во-первых, не шутите со мной, мать вашу. Я отчаянный человек. И во-вторых, я хочу свежий кофе. И в-третьих, хочу пересчета. И как бы то ни было, хочу вернуть свою старую работу. Хорошо. И хочу кабинет побольше. И хочу новую машину. И хочу, чтобы город за все это заплатил. Какую машину, Миллер? С кожаными откидными сиденьями. Очень быструю и с малым расходом бензина. Как насчет 6000-го SUX? Да. Это подойдет. А круиз-контроль есть? Он идет в комплектации? Нет проблем, Миллер. Отпусти мэра, и мы поставим туда даже систему от Blaupunkt. Лейтенант, не задрачивайте меня. Когда люди меня задрачивают, я их убиваю. Хотите посмотреть? Термограф. Давай. Давай, вставай. Вставай, народ хочет тебя видеть. Никто никогда не воспринимал меня всерьез. А теперь вас примут. Поцелуйте мэра в задницу на прощание.